slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Всех приветствую, друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2, кампанию за Леона Кеннеди. Почти добрались до лаборатории, осталось сделать несколько маленьких незавершенных дел, и мы в лаборатории. Так. Лизун здесь. Так будет проще с ним разобраться. С этими двумя. Похоже, это выключатель, которым можно включить лифт. Нажмите его. Запускаем лифт. Так. Пока у нас жизнь еще нормально, хотя я один раз цапнули. Ну ладно. Сейчас передвинем ящик. Сразу, чтобы потом не заниматься этим. Тут надо так передвинуть ящик, чтобы нам можно было его в дальнейшем. Сдвинуть. Так, проходит. Проходит. Так, надеюсь, нормально, ровно пролезет. Да, все здорово. Все, отправляемся к лифту. Хотя я не помню, за компанию Леона это место пригодится или нет. Бросить ленту. Что-то я не подумал об этом. Так. Автомат сбросим.
и ленту. Так. Без мастер-ключа нельзя открыть путь эвакуации. Панель управления лифтом. Нажмите кнопку. Так, жмурики. Блин, патроны стратил. Так, одним выстрелом двоих. Все. С этими покончено. Запертый замок можно открыть мастерным ключом. Так, вот поезд, который от нас уехал на лифте. Эйда? Куда она ушла? Да, Эйда пропала. Были она все раненые. Неизвестно, куда она делась. Но нужно ее найти. Система реле, регулирующая энергоснабжение лаборатории. Главный предохранитель был удален, и энергоснабжение было остановлено. Сейчас нам нужно сделать ту же процедуру, что мы делали в компании за Клэр. Это добыть предохранитель. Отлично. Кассета. Кассета для предохранителя. Контейнер для предохранителей. Предназначен для предохранителей из сверхпроводников. Контейнер для экспериментов при сверхнизких температурах. Здесь можно установить предохранитель. Будь у меня кассета. У нас есть кассета. Возьмете ли вы предохранитель? Конечно, возьму. С его помощью включается энергия в лаборатории. Все, здесь наша миссия закончена. Идем дальше. Thank you.
Все готово. Энергию мы запустили. Теперь нужно найти нам ключ-карту. Так, эту дверь пока не будем открывать. Там, по предположениям, находится растение и заперто изнутри. Ух ты, нифига себе, его так напополам просто. Жестоко. Первый раз за всю игру так напополам разорвал. О, огнемет. Огнемет сделан в корпорации Umbrella. Топливо поступает из сменного картриджа. Лабораторный журнал безопасности. Меры обеспечения безопасности в случае ЧС. В случае проникновения биологической угрозы, все меры обеспечения безопасности будут касаться подземной транспортной системы. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в перенаправляемом грузе, все материалы будут автоматически перенаправлены из загрузочной зоны к указанному скоростному поезду, а далее изолированы и немедленно уничтожены. В случае угрозы класса 1, весь поезд будет уничтожен без промедления. В случае заражения самой лаборатории в качестве пути эвакуации будет использоваться северный коридор, который обычно используется для транспортировки груза. Тот коридор ведет к пересадочным пунктам за пределами города. Разглашение любой информации касательно проводимых в лаборатории исследований или самой лаборатории строжайше запрещено, так как основным приоритетом является сохранение в тайне любой информации об исследованиях. При определенных обстоятельствах доступ к эвакуационным маршрутам может быть перекрыт. Так, распыление газа антибов закончено. Да. Здесь, походу, уже побывала Клэр. Нету этих щупалец, которые торчат из вентиляции. Временная регистрация. Временная регистрация пользователя для зала экспериментов с культурами. Имя пользователя Гуэст. Пароль нет. Действительно, 24 часа. Ключ-карта. Похоже на карточку доступа в лабораторию. Тело ученого похоже на разлил масло по всему полу. Ну, ребята. Ах ты. Жучит, падлы. Печатная лента. Открыли замок. Мы попали сейчас в соседнюю комнату, в которой дверь была закрыта изнутри-то. Интерьер был полностью разрушен растением. Патроны для дробовика. Здорово. Аж две пачки. Так, мы взяли ключ-карту.
А, да ладно. Я почему-то думал, картой этой открыть дверь можно. И то тоже. Оказывается, не все так просто. Ладно. У нас еще есть вариант, куда эта карта может подойти. Так, выключатель для ворот. Отлично. Ах ты тварь, траванула. Так, а где у нас цветы-то эти? Пипец. Там тоже нету, по-моему. Ну да. Жесть, короче. Да, отравленные — это жесть, конечно. Надо хотя бы ящик найти. Ну вот этим бесполезно лечиться. Да что ты? Ах ты тварь. Ах ты. Фух, повезло. Сюда иди. Все. Леону плохо. Там где-то ящик должен быть, надо добраться до него.
успеем или нет. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Есть. Нам повезло. Ну, раз уж мы здесь, исследуем эту комнату. Здесь есть карта лаборатории. Какие-то личинки. Так, карта бесполезна. Можно выкинуть. Убили большого мотылька. Воспользоваться компьютером. Так, имя у нас гость. Открыть ключом ящик с оружием. Отлично. Части магнума. Вот это крутяк. Спрей. Ребята, я надеюсь, вы не против, что я к вам в гости зашел. Различные химикаты. Что за эксперименты здесь проводились? Похоже, это машина для исследования вакцины.
Так. Делать нечего, придется брать. Похоже на части для пистолета Magnum. Выглядит уникально. Теперь можно войти в комнату питания. Комната питания — это генераторная, походу, дело, которое у нас закрыто, где мы ящик передвигали. Надо будет возвращаться туда. Так, ладно. Че я затупил-то? Я затупил. Взял тогда, съел. Аптечку, блин. Можно было просто смешать. Magnum DE50AE. Ствол 10 дюймов. Более мощный DE50. Стреляет DOT-50AE более мощными патронами. Так. Ну что, друзья, я благодарю всех за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, не забываем оставлять отзывы под видео и комментарии. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.